Сегодня приготовим фишбургер. Домашние булочки в дежу-миксер отправляю пшеничную муку и сухие дрожжи. И сюда же отправляю молоко и воду. Размягченное сливочное масло и слегка подкатываем. Перекладываю в круглую миску и закрываю пищевой пленкой. Наша задача сейчас сформировать из него 8 замечательных булочек и оставить их также на расстойку. Нам же нужно смазать их яйцом. Ну а булки отправляем запекаться. Приготовим соус подсолнечного масла и разбиваю туда одно яйцо. Чайная ложка горчицы. Добавляем туда щепотку соли, немного сахарного песка и немного лимонного сока. Укропа. Измельчить несколько маринованных огурцов и перемешать. Филе трески, ее нужно немножко присолить, а яйцо надо взбить. Обваливаем в муке, потом в яйце и потом в сухарях. Опускаю первую котлету. Разрезаем булочку. Первым слоем идет сыр, первая котлета. Опять сыр и вторая. Нужно больше сыра. И соус на верхнюю булку.